Привет! На связи Катя. Я предметный фотограф и видеограф. Есть приличный опыт в съемке, и я решила записать ролик для тех, кто хочет стать предметным фотографом, но не знает, с чего начать. Я отвечу на часто задаваемые вопросы, такие как необходимые требования к студии, какой свет лучше, зачем нам штатив и так далее. А также рассмотрим начальный процесс работы. Давайте начнем! Какое помещение необходимо для фотографирования? Моя студия 16 квадратных метров. Я уже не новичок, и мне этого достаточно. Многие фотографы снимают и в более маленьких помещениях, например, у себя на кухне. Но надо понимать некомфортность узкого пространства. Плюс вам придется все собирать и разбирать, когда вы начинаете и заканчиваете фотографировать. В студии же все вещи всегда стоят на своем месте и так далее. Думаю, здесь не нужно объяснять всю комфортность рабочей обстановки. Но то, что вы будете снимать на кухне, не исключает серьезности самих фотографий и количество платежеспособных заказчиков. В чем разница между импульсным и постоянным светом? Есть два варианта того, как мы будем освещать фотографируемую сцену. При помощи импульсного света, который вспыхивает, или при помощи постоянного света, который горит постоянно. Недорогой импульсный свет может быть довольно мощным, в отличие от постоянного света. Почему лучше снимать с импульсным светом, а не с постоянным? В большинстве случаев в предметной фотографии необходима звенящая резкость. Добиваемся мы ее при помощи закрытой диафрагмы. Из этого следует, что мы сможем менять только два параметра на нашей камере. Это выдержка или ISO. Так как ISO – параметр, который лучше не трогать, мы должны снимать при низких значениях, не превышающие 400 ISO. Почему? Отвечаю. Потому что после того, как мы сделали снимок, нам понадобится снимок высокого качества, чтобы мы могли максимально манипулировать с ним в фоторедакторах, например, Photoshop. Да и зернистость не каждому заказчику понравится. Второй параметр – это выдержка. И как известно, чтобы не поднимать ISO, нам придется ставить фотоаппарат на длинную выдержку. Ничего в кадре не сможет двигаться. То есть кадры с рукой человека уже будет невозможно снимать. К тому же выдержка – это время. Если стандартная фотосессия с импульсным светом занимает примерно часа два, то с постоянным это время растянется вдвое. Так вот, лучше снимать с импульсным светом, так как постоянный свет должен быть очень мощным, чтобы мы снимали на небольших значениях ISO. Да, постоянный свет проще, с ним легче работать, мы сразу видим рисунок света и тени, то есть как получается снимок. Но ряд ограничений и неудобств приводит к импульсному свету. Да, мне тоже говорили, да что там это высокое ISO, мы же все смотрим на маленьких гаджетах. Поверьте мне, не существовало бы импульсного света, если бы он нам не был нужен. Высокое ISO – это экстренное решение, а не панацея. Зерно все равно будет видно, и работать с таким снимком сложнее. Насколько мощными должны быть источники света? Скажем так, 400 джоулей и 600 джоулей – это идеальное решение. Этого хватит для большинства съемочных сценариев. Я начинала с 400 джоулей и иногда не хватало мощности, поэтому при выборе новых источников света я купила 600 джоулей, чтобы сразу с запасом. Например, фоны я часто подсвечиваю накамерной вспышкой, у которой небольшая мощность. Но основную сцену я всегда подсвечиваю большими моноблоками с мощностью в 600 джоулей. Сколько источников света нужно? Минимум это два, но лучше три источника. Например, возьмем простую схему. Один свет у нас рисует, второй подбивает тени, а третий светит на фон. Это может быть два моноблока и одна накамерная вспышка. В чем разница между дешевым Godex и дорогим Profoto? Разница в качестве самого свечения и передачи белого света, а также разброс по балансу белого. Свет может желтить или уходить в какой-нибудь фиолетовый. У Profoto этого не будет. Думаю, что только с опытом приходит то, что вы видите разницу на снимках. Новичок ничего не заметит. Для того, чтобы это понять, необходим опыт съемки и дальнейшей обработки. И чем больше, тем лучше. Поэтому не слушайте тех, кто говорит, что и китайский Godex может быть как Profoto или Broncolor. Не может. Profoto берет деньги не только за имя, но и за качество, как и сборки, так и самого света. Я пользуюсь Godex, но мы все растем, развиваемся, и когда-нибудь я тоже себе куплю Profoto. Эту тему я добавила к тому, чтобы было понимание, что купив самое лучшее и самое дорогое, разницы не заметите. Вот почему есть такое понятие, как профессиональная техника. Она для тех, у кого есть опыт. Набираемся опыта, а потом покупаем самое лучшее. Зачем мы снимаем со штатива? Как правило, кадры выверенные, статичные. А для того, чтобы можно было правильно составлять композицию, постановка кадра может начинаться от задумки. Одного предмета в кадре, основного, например,
главного героя, скажем так. Далее вокруг него набрасываются остальные красивости и так далее. Штатив обязательно должен выдерживать вес вашей камеры, чтобы вы могли спокойно заниматься работой и не переживать о том, что камера упадет вместе со штативом от случайного прикосновения. Лучше всего, чтобы центральная штанга могла двигаться вверх и вниз, а также могла иметь наклон под 90 градусов, чтобы делать фотографии сверху вниз. Иначе вы будете обречены на покупку дополнительной горизонтальной штанги. Для чего нам ноутбук и провод подключения? Нам необходимо, во-первых, мониторить то, что мы снимаем на большом экране. Предмет как капризна к деталям. Пыль и другие артефакты, которые мы можем не заметить на маленьком экране камеры. К тому же фотографии сразу копируются на компьютер. Необходимости переноса с флешки на комп не будет. В программе мы сразу сможем проверить, как будут вести себя фотографии. Например, при увеличении контраста или нам нужен определенный кроп-фактор. Мониторить пересвет или недосвет. В общем, максимально контролировать съемочный процесс. Как настроить Capture One? Настраивать Capture One не нужно. Просто включить его и выбрать под меню «Камера». Далее подключить камеру по кабелю к компьютеру. Иногда кабель идет в комплекте, но чаще всего кабели покупают отдельно. Это может быть дешевый кабель с AliExpress или высококлассный дорогой Tether Tools. На скорость передачи снимков никак не влияет, какой провод будет, а вот на износостойкость точно влияет. А также некоторым камерам необходима настройка для такого подключения. В YouTube очень много роликов, как подключить ту или иную камеру Capture One. Зачем нужен Live View? Для удобства расстановки предметов в кадре. Не нужно делать миллион кадров, просто включите и работайте с расстановкой. Очень удобно. Буду очень признательна за ваш лайк. У меня на этом все. Если интересны какие-то конкретные темы по съемке предметки, предлагайте в комментариях. Обязательно сделаю об этом ролик. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике. До встречи!